Добрый день, друзья! Завершается сегодня празднование Дня города Москвы и День города еще в целом ряде городов. А в нашей компании тоже проходит большое количество событий. Проходят конференции в Поволжье. Президентская команда Андрея Турцева и Чингиса Хайкова проводят эти мероприятия. На Черном море проходит конференция, которую организует президентская команда Ирины Савицкой, Ольги Кравченко и Татьяны Гайдиной. Там же, на Черном море, готовится и проходит мероприятие, которое готовит бриллиантовая команда Антона и Анастасии Сапегиных. Ну а в целом в МЛМ тоже предстоят некоторые события, которые затрагивают и нашу компанию. Сообщество Network Expert проводит сетевые «Оскары», продолжая традицию, которую в свое время мы с Олегом Витальевичем Мининым начинали. МЛМ «Оскары», которые начинали вручаться еще в самом начале нулевых. И вот сейчас в продолжении, как бы в параллели этой традиции, Network Expert представляет сетевые «Оскары», которые будут вручаться 14 сентября. И в двух номинациях представлена и наша компания. Во-первых, это номинация «Прорыв», в которой отмечаются самые мощные прорывы в объемах, в бонусах среди всех сетевых компаний в России. И в этой номинации представлена команда и лично Андрей Викторович Турцев. Он будет номинироваться. Да, в нашей компании пока не самые крупные объемы в сетевом маркетинге. В России есть компании, которые стартовали раньше, которые сейчас имеют большие объемы, но уже номинация среди пяти номинированных лидеров. В этой номинации есть представитель нашей компании, и обсуждались еще имена, сразу же вам скажу, имена, которые, скорее всего, войдут в номинации в следующем году. Это те, кто стартовали несколько позже Андрея Викторовича, это Чингис Хойков, это Антон и Анастасия Сапегины, также в обсуждениях этой номинации фигурировали. Но вот в трансляции в Андрея Турцева вы уже с МЛМ «Оскара» сможете увидеть. О трансляции мы скажем немножко позже. Ну а среди, еще в одной номинации, среди самых влиятельных мужчин в сетевом маркетинге представлены и ваш покорный слуга. Благодаря тому, что в Imperium Group, действительно Imperium Valio на сетевом рынке завоевывает очень серьезный авторитет и влияние, коллеги номинировали меня в этой номинации. Конечно же, в целом также есть компании. Здесь я думаю, что я сам голосовал за тоже своего хорошего товарища, с которым еще с 90-х по сетевому рынку мы знакомы. Человек, который сейчас поставляет продукцию очень многим компаниям сетевого рынка, и в результате, действительно, если говорить о влиянии, имеет существенное влияние на многие компании. Ну и я все-таки думаю, что да, в этой номинации, ну еще и надо сказать, что Imperium Valio выступает в качестве информационного партнера этого мероприятия сетевых «Оскаров», а Евразийская Академия сетевого маркетинга выступает в качестве генерального партнера, поэтому, наверное, не совсем правильно было бы, чтобы руководитель этих организаций был лауреатом одной из номинаций, но само номинирование, вот, и прежде всего я в первую очередь отмечу номинацию «Прорыв», это действительно серьезное достижение и компании, и команд, лидерских команд, которые действительно сейчас создают прорыв в сетевом маркетинге на основе реальных инноваций, на основе инновационного и крайне эффективного и щедрого маркетинг-плана. И сейчас мы как бы на заре такого целого фейерверка прорывов. Поэтому я думаю, что на ближайшие годы эта номинация, которую вручает Network Expert в сетевые «Оскары», станет действительно такой вотчиной лидеров нашей компании. Поэтому я вам желаю новых прорывов в этой осенью, в этом финансовом году, который стартовал традиционно во всем мире 1 сентября. И подключайтесь к трансляции на MLM «Оскары», на сетевые «Оскары». Информация будет о том, как подключиться к ним под этим видео. И до встречи на наших мероприятиях. В регионах предстоят еще этой осенью несколько региональных, крупных региональных конференций. И, конечно же, в ноябре
на нашем с вами мероприятии, на 7-летии Imperium Valio и группы компании Imperium. Мы ждем вас всех, и там, я сейчас небольшую вам открываю, небольшой секрет, небольшую тайну, будет также очень серьезное общеиндустриальное событие, но об этом мы поговорим несколькими днями позже. Пока поздравляю вас с прохождением, тех, кто участвует в различных мероприятиях, с этими мероприятиями. Поздравляю всех москвичей с Днем города и до встречи на наших мероприятиях. Спасибо. Здоровья, здоровья физического, здоровья духовного и, конечно, здоровья финансового.